агентство обратился для того, чтобы снизить платеж по кредиту по действующему. В процессе консультации мне сказали, что есть такая замечательная программа. На данный момент у меня ставка 12,5%. Если все, если я все правильно понял, у меня ставка снизится до 6,5%. Меня это очень приятно удивило, и я очень рад. Многодетным семьям и молодым семьям ипотека, льготная ипотека предоставляется вне зависимости от даты рождения ребенка. В бюджете Вологодской области заложен 51 миллион рублей на компенсацию льготной ипотеки. Это позволит предоставить порядка 500 льготных кредитов непосредственно в 2019 году. В последующие годы пока заложена точно такая же сумма, это в 2021 и 2022 году.